Нахожусь на католическом кладбище. Значит, смотрим, какие годы жизни. Эвелин 1990, 14-й, 92-й Милтон. Ага, так вот. Нам сразу через забор уже футбольная площадка. Испанцы играют в футбол. Значит, Хельман Александр. Хелен 10-й, 2006-й. То есть достаточно долго люди жили, 70 и 80 лет. Кто-то 100 жил. То есть тут как раз видна статистика, которая настоящая на кладбище, а не которая в интернете пишется правительством. То есть вот так можно походить по кладбищам, да и узнать все. Значит, смотрим дальше. Адольф 69-й, 49-й, Роуз 74-й, 50-й, Фрейда 02, 33. Ребенок, наверное, недолго жил. Вон там вдали уже виден Манхэттен. Вот так вот. Все рядом находится. Значит, здесь Ольга Мун. 26-й, 3-й. Ну, это сколько получается лет? Очень много. Много лет живут люди. Дальше идем. Кладбище не такое большое. Причем здесь запрещается ставить перегородки вокруг могил. То есть там прямо на объявление было, что всякие перегородки будут убраны. Вот Пилстер. Смотрим, он Барбара. Дорогая мать Барбара. 99-96 год. Практически 3 года, до 100 лет не дожила. Барта. Барбара Вополески. Это какие-то польские либо чешские названия. Но все-таки, я думаю, это все, кто сюда приехал, потом уже здесь жил. Вот. Сейчас утро, птички поют хорошо. Воскресный день. Так, смотрим. In memory, Герман. 49-й, 40-й. То есть, что тут у нас? 9 лет до 100, то есть 91 год. Августа. 48-й, 47-й. Год до 100. 99 лет. Вот такая вот продолжительность жизни была у людей на этом кладбище. Сверху он виден самолет. Далеко аэропорт. Ну вот такой вот обзор.